каждого жителя нашей планеты, наверное, Самарской области, неоднозначное отношение к уходящему году. Год уходит, год тяжелый, високосный. Я желаю в новом году всем самарцам доброго здоровья, прекрасного настроения, оптимизма. Очень важно продолжать заниматься спортом, потому что спорт – это очень важно. Я надеюсь, что следующий год все-таки будет олимпийским, и мы сможем переживать за наших соотечественников и земляков. С Новым годом!